Всем привет! Сегодня я готовлю очень вкусные и сочные кабачковые оладушки. Кому интересно, смотрим дальше. У меня здесь 5 кабачков. Значит, натираем на крупной терке. Кто хочет, может кожицу оставить. Я вот их почистила. Дальше добавляем соли. Я добавила такие неполные 2 чайные ложки. Хорошенько перемешала. И нам надо оставить их приблизительно на 15 минут, ну 10-15 минут, чтобы кабачки дали сок. Именно соли вот они останутся и дадут сок. Вот здесь вот видите, сколько сока появилось. Теперь нам надо вот так вот слить всю жидкость. И отжать хорошенечко руками всю лишнюю жидкость. Посмотрите, как мало у нас осталось. Теперь натираем в эту массу маленький лучок. Если хотите, можете заменить его зеленым луком. Тоже получится очень вкусно. Сюда же добавляю 2 зубчика чеснока. Пропускаю через пресс. Сюда же добавляю маленький пучок зелени. Укроп с петрушкой. Можно просто укроп. Зелени добавляю маленький пучок, потому что слишком много зелени при жарке подгорает. Добавляю немножко куркумы для цвета и аромата. Черный молотый перец. И яйца. Считаем на каждый кабачок по одному яйцу. Значит, у меня было 5 кабачков. Я добавляю 5 яиц. Все хорошенечко перемешиваем. На соль смотрим в конце, потому что изначально я кабачки солила. Добавляю 1 чайную ложку крахмала. И муки добавляем столько, чтобы получилась консистенция кекса или сметаны. У меня получилось 4 столовые ложки. Добавляем постепенно, не все сразу. Смотрим на консистенцию, чтобы не переборщить. Вот такая консистенция получается. Консистенция кекса. Дальше на сковородку наливаем подсолнечное масло. И по столовой ложке кладем наши кабачки в разогретое масло. Накрываем крышкой, жарим на среднем огне. Жарим приблизительно 2 минуты, не больше. Они быстро обжариваются. Дальше переворачиваем. Обжаренные оладушки наши кабачковые кладем на бумажную салфетку. Вот у меня первая партия уже обжарилась. Здесь жарится у меня вторая партия. Дальше смотрите, что делаем. Там, где вот у нас кабачки торчат, в нескольких местах,
просто отламываем, придаем форму красивую и съедаем эти торчащие части, пока никто не видит. Ну вот, так красивее. И кабачки, и оладушки красивые, и мне вкусно. Я сделала тоненькие, потому что люблю хрустящие. Если вы хотите помягче, можете сделать потолще, пообъемней. Вот так вот выглядят наши готовые оладушки. И внешний вид очень красивый, и ароматный, и вкусный. Даже не поймешь, что это кабачки. То есть на вкус очень вкусно. Подаем со сметаной. Хочу вам похвастаться, тут у меня еще кексик. Кстати, этот кексик я готовила не в духовке, а на плите. Посмотрите, из 4 яиц получается очень даже объемный кексик. Может, как-нибудь сделаю рецепт, сниму и покажу вам. В общем, дети одеты, муж сыт. Или наоборот, муж одет, дети сыты. В общем, все довольны. Надеюсь, вам все понравилось. Всех целую, люблю. Пока-пока.